Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Небесной Жизни. Сегодня будем крутить рулетки. Крутить мы будем то, с чего реже всего купался, поэтому надеюсь, что хоть в эти разы меня постигнет удача, и я смогу уйти в плюс. Ну что ж, начнем с чего-нибудь по типу вот этой темы. Так. Будем крутить, наверное, по 30 спинов. В надежде банально на удачу. В надежде на то, что мы окупимся при помощи бонуски, например. Вообще, мне нравятся игры, где есть этот самый... Сейчас вспомню название. Где есть Lucky Spin. То есть, в один момент тебе может просто подфартить, и тебе чел влазит на экран, допустим, говорит, типа, желаю тебе удачи. И тебе просто приваливают хороший выигрыш. Вот. Или, допустим, там есть одна парочка, которая обнимается периодически. То есть, тоже Lucky Spin. Тут, по сути, тоже, может быть, периодически очень удачно повезет, и вот эта самая ведьма, она просто возьмет, сразу сварит самое лучшее зелье. Но это тоже бывает редко, конечно. У меня за все время было один раз, так что да. Кстати, я думаю, даже тактику одну попробовать. Это сыграть... Сыграть в рулетке, как, типа, предлагаю, да? То есть 30 раз крутишь, переходишь на другую. Но тогда главное искать ту рулетку, где не решает ничего такая тема, как... Ох, неплохо. Ох, хорошо-то как. Где ничего не решает такая тема, как количество прокруток, количество нахождения в игре. То есть, допустим, к примеру, в лемурчике здесь надо будет... Копить бананы. В перце чили тоже копить перец чили. Вот. И тому подобное. То есть в каких-нибудь играх, где реально можно просто окупиться, потому что ты поставил определенную ставку. Еще давай. Один прокрутик и все. Плиз. Плиз. Нет, все. Куда? Я же... Бред, какой-то паузу жал. Ладно, ничего страшного. Так, первый мне ничего не дал слот. Ну, давайте обратимся к пингвинчику. Хотя тут на самом деле немножко другие ставки будут изначально, но... В общем, блин, ну нет, надо на какие-то похожие хотя бы ставить. Давай обратимся к нему. Он меня еще не то что не подводил. Просто надеемся на Lucky Spin. Сразу прошу прощения за неудобный формат. То, что у меня будет фулл экран, у вас половина экрана. Заранее простите. Ох! Красава. Вайлды красивые. И бонуска хорошая. Сами видите, я достаточно много крутил здесь. Поэтому здесь хорошие иксы. Поэтому чем больше иксы, тем считается, ну, мое личное мнение, считается больше вероятность, что может выпасть нам монетки, поэтому... пироги. Но на самом деле монетки могут выпасть каждый раз с одинаковой вероятностью, это не влияет количество иксов, иксы у меня могут вообще до 60 накопиться и не выпасть ни разу, монетки не будут выпадать. Вот, то есть это все зависит далеко не от этого. А где подколы вот эти, типа, сейчас тебе вот-вот выпадет этот самый бонусная игра? Каждый раз я видел эти подколы, сейчас их что-то нету, почему? Дайте мне эти приколы, я уже угорать не хочу. Дайте. Ну уже нет. Жаль. Неплохой вайлд. Нет. Ну что, давайте посмотрим десяточку. О, бустик. Так, ну что, на миллиончик в минус мы уже ушли. Опа, бустецкий. Но уйти в плюс будет трудно. Уже миллион минус, как бы, не совсем хорошо. Плюс вообще, теоретически, я, ну, по своей тактике, я обычно делал 10 прокруток, потом понял, что этого мало. Перешел на 20 и понял, что этого много. И понял, что мне это надоело. Буду делать, сколько будет. Так, ладно. Ничего решили мне не давать сегодня, да? Так, давайте обратимся к чему-нибудь, что меня еще не так сильно подводило. Ну, здесь хорошая окупаемость. Здесь очень часто выпадают награды. Но при этом... Да, здесь очень хорошо падают награды.
Хоть и маленькие, но лучше, чем ничего. Ну как, не очень часто, ну вот прям достаточно часто, чтобы радоваться этому. Даже маленькие награды выпадают. Странно. Раньше выпадало чуть-чуть чаще, чем сейчас. Почти каждый раз. Ну да, вот как сейчас примерно, почти каждый раз. Не надеемся, ни на что не надеемся. Ну, не верим просто в это. Окупимся, окупимся, нет, так нет. Завезли ли нам сюда каких-нибудь хорошеньких бонусиков? Нет, нет. И шансы же вот каждый раз, видите, 4 штуки, но 5 никак не долетит. И котяры не соединились. Давай еще десяточку. Что-то меня вообще сегодня не радует. Прям вообще от слова зусим. Вот, вот сейчас бы дропнуло, да, как говорится, в самом начале Wildlands какой-нибудь. Ну, в начале Wildlands. Конечно, вряд ли бы дропнул, но а вдруг? И прям повезло бы. Эх, не хватает. К сожалению, то, что покупает мне понемножку. Вернее, не покупает, а просто не дает пути сразу в минус. Не помогло. Давайте во что-нибудь новое зайдем, во что еще не играл. Давайте, вот смотрите, у нас есть два похожих режима, да? Вот этот. И, похоже, дракончик справа, да? Давайте вот в него сыграем. Интересно сыграть будет, проверить. Может, здесь мне удача улыбнется. Да ладно. Так. Хорош. Два лямочка, что ли? Так, погоди. Я в минусе. А, нет, нет, погоди, погоди, погоди. Кажется, я в ноль ушел. Нет, нет, это не плюс, это минус. Но минус уже поменьше. Мы сейчас просто заберем коллект и уйдем в плюс. Ну, короче, блин, ну выигрыш такой, я не окупился. Фигня. Не, ну уже порадовал, уже порадовал. Давайте еще раз пройдемся. Давайте начнем с пингвинчиков. Будем надеяться на фри спины с какой-нибудь прям вот хорошей разрывной удачей. Погнали. О, хорош. Да, продолжение не следует. Кстати, прикольная была тема недавно, что если вы ничего не выигрываете, то вам 3% от вашей ставки возвращается. Это довольно-таки приятная тема. Ну, конечно, по итогу я получил всего 100к. Ну, как бы... такое... И вроде как сегодня ночью мне должны еще перечислить x88 от моего заработка за... за этот... за то, что я сорвал не джекпот этот, а сорвал три линии в... бинго, вот. Поэтому надеемся, что там мне все выплатят, все будет честно, хорошо. x88 это вроде как заработал миллион. Или 300 тысяч, кажется. Я не помню точно. То ли миллион, то ли 300 тысяч. Что-то такое. Вот если это будет x88, то это просто, ну, окупает все мои траты, которые у меня были. Ох, радует. Еще больше. Еще... нет. Почему в начале король не выпал? Прикольненько. Ох, радует. Но вайлды, вайлды. Не спасли бы нас даже тут. Да, такое. Так, и еще давайте. Десятник. Десяточку покрутим мы.
Буду считать, что я начал с 63 миллионов. Я просто, к сожалению, не хочу считать. Поэтому просто задача окупиться обратно до 63 лямов. Но если быть точнее, то 1 миллиард 563 миллиона. Тут на самом деле очень трудно выбить эти бонусы, потому что, смотрите, по центру, да, по центральным трем линиям бывают огромные линии с вайлдами. Именно благодаря им очень часто можно на бонусках отыграться. Но эти самые бонуски прям вот редко выпадают из них. Видите, какие долгие линии вайлдов идут. Не повезло немножко. Давайте с третьего этого... Нет. Пингвинчика не дали мне. Неплохо. Стоп, 10 я же прокрутил. А, все, все, тише, тише, тише. Что я протупил, малек? Так. Давайте заберем, наверное... А, у нее. Поставим как фаворитку, потому что все-таки она у нас... Немного все-таки. Имеет шансы все отдать, вернуть, понять, простить, обмануть. Знаете, было бы прикольно, если бы из, к примеру, каких-нибудь там циферок, например, 10, валет, туз, король, там можно было бы сложить стрит, и это бы засчитало. Вот реально, это было бы прям круто. Из-за этого был бы бонус какой-нибудь дополнительный, был бы вообще шикарно. Зелье вообще не варится, прям печалит меня. Не, зелью как-то вообще по барабану. Что происходит? Ну что, минус 700к уже? Не, все-таки первые 20, а потом остальные по 10 как бы тоже неплохо работали, но... Очень быстро мой банк кончался, поэтому я лучше вот возьму что-то такое усредненненькое. Нет, зелье я не сварил, к сожалению. Так. Давайте пойдем к чилику. Может, повезет все-таки в этот раз. Может, он для нас приготовил уже рост. Приготовил рост, и мы сейчас прям взрастим себе чилик. Ну, плиз. Yes! Ё-моё, как мне повезло. У меня такого не было, если честно. 900к. Ну, в ноль опять. То есть, это не плюс, это ноль. Так. Давайте заберем бонус отсюда. По крайней мере, на самый первый сходим уровень. X8, видите, там была прикольная тема прописана. Типа, наверное, X8 это максималка или нет? Не знаю. Нам бы хотя бы на миллиончик подняться, но даже здесь, вот с такими ставочками, это будет трудно. Хотя с кофами под X5, X6, выбив мажора, мы вполне можем даже уйти в плюс. А еще мажора под X5, под X6, это прям... Будет вообще шикарно. Да. Я вот реально надеюсь на какой-то вот редчайший выигрыш, который есть у некоторых игроков. Которые прям вот реально редко получают его.
Сейчас две будет. А, нет. Монеток больше золотых, значит, нет. Я думаю, сейчас мне просто хотят, типа, поразвести. Ну, как сказать, типа, помани, да, типа, удачи, а потом сказать, тебе ничего не выпало. Ну, просто такие фишки знаю, поэтому. Ну что, еще 10. Мое тело минор, более нежели ты тело минор. Блин. Какая грусть, печаль, тоска, обида. Что за бред? Скучно. Давайте, ластовый спин и... Ну, чуть-чуть окупился, как бы, но это копейки. Все, все, все. Так, минус 300к. Угу. Так, давай попробуем стрясти удачу еще раз здесь. Конечно, здесь ставочки, как и в этом. Как и в... Забыл название. Да ладно, что, в самом начале везет? Опа, было бы красиво. Ставочки тут, конечно, как и в пингвинах. В том плане, что, ну, не коэффициент, а как-то сами вот эти ставки. Сами по себе. И напрягает то, что на некоторых эти... На некоторых моментах даже ничего не стакается. То есть не стакается никакой миник, например... Ой. Не, ну мне там, конечно, прям реально понравилось. Завезли, так завезли, конечно, сразу с удачей. Хоть одну бы эту. Ладно, все, забейте. Блин, от нас требует 6 золотых монет, когда нам их тут в принципе не дропают. Серьезно? Опа, 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 чё? Мега вин! Блин, не знаю, меня радует. Радует очень сильно эта тема. Прям в окупы идем. Как я хотел. Так, ну что, соберем мы сегодня бонуску с чего-нибудь интересного. Давайте с чем-то новенького, панду, например. Я еще не играл за нее даже. Опять же, извините за такой экран. Такая уж игра. Погнали, проверим. Тут, кстати, смотрите, очень редко бонуска дропает. Ах, как было бы хорошо сейчас, если бы вначале дропнуло, да? Ну, такое ощущение, что это разводняк полнейший. По правде говоря, я вообще не понимаю, что тут происходит. Типа, что за что отвечает, что собирать надо мне и так далее. Что это за бонус, типа, с пандой или что это такое? Что, я не могу понять. Вот. Сейчас. А, ладно. Вот, видите, Will of Panda. Типа, что это такое? Может быть, кто-то объяснит, я не понимаю. А потом глянем. Пятьдесят лайнс у нас. Тут-то. Три шестьсот. Ну, как бы копеечные окупы, мы тут просто... Не так быстро в минус уходим благодаря этому, но, блин, это радует в любом случае. Это лучше, чем ничего, правда. Пока что хороших выигрышей мы вообще не видим. А, абсолютно. А вот, кажется, и первое начало, первый шанс, так сказать. Нет, говорит, та была миссия.
Ну что, давайте десятник покрутим. Я думаю, можно будет даже повысить ставку и еще раз сделать 30 спинов. На удачу. Плиз, дай шанс. Нет, нет, не дает. Will of Panda. Типа, я не понимаю, что это такое. Так, ладно. Погнали. Еще раз. Как мне это напрягает. Угу. Я пока ничего вообще хорошего здесь не выбрал абсолютно. Я так понимаю, самые главные бонуски это инь и янь и вот этот Will of Panda. Типа их тоже должно быть скорее всего 3, потому что, ну, как бы другого варианта не вижу. Но пока что я опускаюсь вниз. Это не радует вообще. Зусим. Опа, чё? Был шанс, но бляха-муха, все испоганили. Капец. И как я должен воспринимать, типа? Опа! Ну, хоть что-то. Хоть бамбук. Опа, 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 опа! Это что-то мне даст? Так мне же их 3 выпало, я не понимаю, что, в чем прикол. Их же 3 выпало. Так, Ring Base Game. Так, это или это? Здесь вот так, так, вот. А, 4 нужно, чтобы получить респин. Джекпот, и получите джекпот. Если это, Turn into Prize. Блин. Иначе, так, если будет... А, вот, 8 бесплатных игр. Будут также даваться коробки. Simulator, Wild, Takazer. Короче, я понял. Окей, давайте еще разок повысим, разок. Я передумал, повысим еще. Так, у нас там было 164, да? Короче, я сорю банк весь, до тех пор, пока не выиграю бинуску какую-нибудь. Или что-нибудь подобное. Мне очень хочется выиграть что-нибудь. Но вообще в одном заигрываться не очень, как бы, красиво, то есть... Ну, как минимум по отношению к вам. Из-за того, что экран такой не очень. Но пока что мне их 4 не дропнуло, блин. Ни 4, ни 5, вообще ничего. Главное, что так красиво. Опа, опа, да блин, я уже надеялся. Угу, сейчас. Так, а что у нас важнее будет, панды или этот? Так, важнее будут... Да, панды будут важнее, чем деревья. При этом, блин, меня напрягают эти самые суммы, которые платят. Довольно-таки маленькие. Ё-моё. Без комментов. Я уже не верю в выигрыш, на самом деле. Просто смотрю, что происходит. Ну, я же говорю, не верю.
Чтобы продолжение по пандам вылетело, это я не знаю, что надо сделать. Блин, был шанс на 4, но нет. А чё эти не выпали мне бамбуки? Там же были, был рядок. Видимо, только линии просто не существует, потому что... Опа, наконец-то. Хоть что-то мне вернули. Ну что, еще десятник крутим? Давайте. И вроде бы иногда кажется, типа, а почему нельзя вот реально дропнуть? 4. Это разве не выигрыш? Нет? Блин, нет. Я думал, что типа 4 надо собрать в принципе монетки, тогда выиграем. Оказывается, какая-то ерунда вообще. Так, ладно. Не, мне, ну, что-то уже не верится в хороший выигрыш. Вы сами видите, насколько здесь редко выпадает что-то хорошее. Раз. Капец. Так, ну я как и сказал, буду крутить прям до талого. Опа, опа, блин, был такой шанс хороший. Все, забейте, я не верю ни во что. Просто не верю. Просто кручу с надеждой на хоть что-то. На это больше не верю, все. И параллельно с этим буду искать аниме, которые буду смотреть. Хотя с предыдущего еще дня не досмотрел некоторые. Давай, давай, да блин. Почему не дропнуло? А, вот же. Стать любимой собачкой. Отмеченный... Трон, отмеченный богом. Волшебник ледяного клинка. Фермерская жизнь в новом мире. Она же вчера выходила. В смысле? Она сегодня вышла. Лол. Она буквально на днях выходила. Красивый выигрыш. В плане, типа, что выглядело красиво, но по факту бесполезняк полнейший. Ай, красота, 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 не поспоришь. Но я все равно в минус ушел. Типа на 4 лямчика, в минус это печально, ладно. Повысим еще ставочки. Ну, я говорю, я буду сливать все до тех пор, пока я не выиграю что-нибудь. То есть, минуску там, что-нибудь. Просто под ноль, все. То есть, не даст, ну не даст. А даст, ну... Шикарно. А даст, буду только рад. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Королей продлить. Что там, трудно, что ли? Опа-па-па-па, блин, там же 4 должно быть, да, или 3? Блин, 4. Черт. Вот что это такое, что это за издевательство, а? Смотришь ты за этим каждый раз и думаешь, что вообще происходит, а? Их не, не выпадет то, что тебе надо. И плиз, нет, вообще ничего не хочет падать. Ну, спин, я ж нажал. Так, 9. 8 спинов, значит. Когда 11 будет, тогда завершаем. Вайлды красивые, но что-то мало. Ну что, какие у нас сейчас уже ставки?
Это очень мало. Я не верю в то, что у меня вообще что-то дропнет, но продолжаю крутить. Плиз, 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 прошу, 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 шансы же какие-то есть. Ай. Вот это издевательство с вайлдами, вот с таким красивым выпадением всех комбинаций, это прям вот издевательство реально. Что, продолжаем? Мне бы уже другой автомат выдал бы, понимаете, за такие ставки, чтобы я продолжил только на нем крутить. А этот надо мной прям издевается. Десятки, конечно, прям красиво стояли. Блин, так трудно эти бонусы выбить. Блин, как бесит это уже на самом деле. Вроде все эти мелочи, они как бы меня немножко окупают. Я не так сразу не так сильтую, как бы не так в минус хожу с одной стороны. А с другой, а это бесполезно, то что мне вот столько падает за раз. Всех этих красивых прям целых линий, да? Потому что потом они не имеют продолжения. Вот что-то по типу такого разводилого, как сейчас имеется. Так. Что там, 8 еще надо, да? Значит, до 12 крутим. Вот какая красота, да? Только панды бы повыше немножко. И было бы классно. Сейчас я в ноль иду таким темпом. Посолю весь свой банк. Как думаете, мне повезет? Я думаю, что уж... Я думаю, что уже нет. Типа, это надо делать на другом столе. Там будет, ну, реально, то есть, когда переходишь с одного стола на другой... Да! Наконец-то. Я хотел уже заканчивать спины, но... Наконец-то повезло. Ну чё, давай. Давай мне. Все, что можно дать. Раз. Давай, 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 больше дропа. Ерунда. Еще. Хорош. Ну, на грант, конечно, мы не накопим, но типа, хоть бы на что-то накопить. 3,9 ляма нам гарантированно выпадает. Микроокуп уже есть, значит. 4 ляма. Погоди. А это гарантия выпадения или типа просто на монетка выпала? Если гарантия, то это очень даже хорошо. Так. Yes, мы выбили миник. Это 8 лямов? Этого нам очень мало, нам не хватает. Нам нужно 30 миллионов. А у нас как бы столько не выпало. У нас еще миник пропал, вы что, рофлите? Что за бред, у меня миник пропал. А, это шанс того, что он выпадет, это не игра... Все, забейте, я понял. Эти пока, видите, это фиолка такая. Это не гарантия того, что он выпадет, я понял. Интересно, она будет до конца крутиться или до тех пор, пока что-то первое не выпадет? Е-е-е. Ну, на грант я, конечно, не рассчитываю. Да и даже если он выпадет, там копейки, если логически подумать. Всего 698 лямов. Но видите, насколько шансы есть, что грандик выпадет. А есть шанс, что вообще ничего не выпадет на самом деле. Е-е-е, миник уже есть. Е-е-е, кажется, гранд... А, нет, ничего нету. 6,3 лямчика. Ух, хорошо-то как. Ну чё, уходим в окуп. Плиз. Плиз. Нет, нет. Плиз, 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 плиз. Что-нибудь. Хорош, мажорчик. Макси, нет. Заново, погнали. Минор, минор выпал. Слушайте, кажется, могу сейчас выбить вообще все. Гранд, гранд, гранд один остался. Чтобы сейчас мне не выпало, я буду офигеть, как в каком плюсе.
Еще пару попыток. Давайте, что-нибудь. Слушайте, это офигенная удача. Плиз, Грант, Грант, Грант. Ё-моё. Уже не верю ни во что. Не верю. Просто не верю. Все. Ну, слушайте, выбить миник и мажор. Ой, минор, то есть. Достойно окупа. $15. Я сказал, нам 30 надо. Чё, выпадет нам 30 лямов? Да, должно вроде как. Да, 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 реально, все, все, офигенно. Не зря крутил Доталова, не зря. Хотя реально, я хотел все-таки грандик выбить. Реально, там просто буквально чуть-чуть осталось. Сейчас проверим, выдали мне деньги? Да, выдали. Все, не придется возвращаться, чтобы их обратно получить. Ух. Так, хорош. 175 лямчиков. Так, давайте попробуем еще с чего-нибудь выбить, с чего не выбивал. Блин, панду, это я вообще не хочу возвращаться. Ух, так. Давайте-ка, пожалуй, возьмем Фортуна. Бац, этот, или как он там? Фортун Бетс. Так, надеемся на то, что повезет, потому что я здесь не играл. Так, ну тут, конечно, надо перезаписать новое число, потому что новый минимальный, новая ставочка у нас будет, которую придется окупать. Это 575. Ну, запишу как 400. Чтобы мелочи не считать. Угу, даже какие-то бонусы нам сразу дают непонятные. О, ребята, это моя любимая тема. Это как этот, хотел сказать моряк. Это как этот пингвин, только здесь побольше этих. А, нет, погоди, нет, ячеек столько же. Блин, мне показалось их 4. Лол. Тогда нет, это тот же самый пингвин. Бинус куда? Не. Жаль. А это что такое вообще? А, оно типа убирает. Я понял. Оно типа убирает символы, с которыми комбинируется или что? Я не понял сути. Мне, наверное, все-таки потом прочитать описание, уже когда я закончу ролик. Потому что я вроде как пока в минус не сильно ушел. Раз начал только играть. Даже непонятно, это плюс дает как... А, я понял! Цель этого всего, это выбить как раз-таки еще похожие темы. Опа, кажись, победа. Кажись, это какой-то бонус. Какой-то вин. Еще давай! Я не понял, что это такое, типа, что это, как бы. Но мегавин. На ровном месте. Наверное, это вайлды такие необычные. Типа, ну, давайте проверим. А, еще какая-то бонусная игра будет. You won Lantern бонус. Что? Ну, давайте проверим. Что это такое? А, поджигаем, типа. Мажор. А, даже так, типа, что быстрее высыпется, типа. А, нет, все, высыпется, я понял. А грандуху можно? А, я вижу, тут попытки еще есть. Все. Я примерно... Неплохо. Но мелочь, мне кажется, какая-то.
Опа, мажор плюс грант. А-а-а, я понял. Это не мажор плюс грант, это мы сжигаем фонарики, чтобы получить как раз таки какие-то из этих тем. Мажорку или грант? Я понял, короче, как это работает. Я понял, все. Мне тогда печальная фигня. Сейчас надо, чтобы нижнюю выбрала по центру. А, вообще ничего не выбить, я понял. И грандуху просто сбила. Не, ерунда. Ерунда. Все, я понял суть. Дали бы 9 попыток, раз я 9 выбил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, реально я 9 выбил, дали бы побольше. Так, ладно, давайте подумаем. Я вроде окупился. Довольно-таки неплохо, на самом деле. Но сюда я пока не вернусь. Все-таки в Лайчинске его поставлю. Фаворитку. Так, я еще не окупался здесь. Хотя, не, блин, я не люблю эту тему, на самом деле. Вот здесь очень неприятно отыгрывать. Вот тут давайте попробуем. Так, погнали. Стоим, вы погодьте. Угу. Так, нам нужны либо сейфы, либо вот эти фишки. Да, ну окей, хорошо. Нет, не готов. Я же говорил. Так оно мне и дропнуло с первого раза. Нет, I'm not ready. Опа. Красиво выглядело Wild. Блин. Как все красиво выглядит, и так все плохо выходит. Спасибо, он вроде в этот раз не спросил, готов ли я. Потому что, конечно же, не готов. Или в этот раз выпадет. Нет, заметьте, не спросил и не выпало. Опа, 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 красота. Мы в минус все равно ушли. Хоть и красота, но это по факту минус. Минус столько, можно сказать. Давайте десятник крутанем и, наверное, продолжим. В чем-нибудь другом уже. No. Честно, вообще эмоций больше не вызывает. Реально. Да ладно. Я все равно в минус ушел. Так, давайте выйдем лучше. Блин, реально прикольно. Выглядит красиво, по крайней мере. Так, погнали чилик покрутим. Чилик на чили. Так, давай. А, купи нас. Ты нас вначале так сильно выручил. Давай сейчас так же. Ура! А разве чилики типа еще могут вырасти? Куда выше уже, лол. В любом случае, надеюсь, что они как можно быстрее вырастут. Все. Шикарненько. Так, стопаем. Потому что сейчас должна быть бизнеска. Нет? Чё?
Не понял. Ладно, заново крутим. Не понял я прикола, конечно. Вроде вот они, вот все. Чем еще надо? Ладно. Ждем еще один множитель, чтобы, может быть, в этот раз все будет. А то что-то я уже в этом вообще не уверен. Ну! Давай, 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 давай. Блин. Сорян, отходил. Ну что, повезет? Нет? Нет. Короче, у меня идея. Давайте еще сделаем вот так. Сразу повысим свои ставки. И может быть как раз-таки выпадет нам иксуха и нам повезет. Я просто не знаю, что это такое на самом деле. Что она даст нам по итогу, я не знаю. X4 плиз. Нет. Просто вот интересно, а... Ну, как бы, вот в других играх, да, такое не провернешь. То есть, как бы, бонуску не получишь за то, что... Короче, на каждой карте... Нет, даже нет, скажем так. За каждую плату имеются свои бонусы. То есть, грубо говоря, ты каждый раз меняешь оплату, и каждый раз эти бонусы либо обнуляются, либо что-то там где происходит с ними. В общем, они, грубо говоря... Ну, короче говоря, кто помнит лемура, да? То с лемуром такая же фигня. Вы, получаете, берете лемура и меняете себе ставку на, допустим, там, 50 бет, да? У вас там было 18, вы ставите 50. И таким образом у вас все это дело немножко по-другому становится. Все бананы обнуляются, и вы такие, типа, понятно. Вот. Примерно та же самая ситуация и тут. Вот. Думал я, но немножко все иначе. Как мы видим, у нас до сих пор имеется фул эти самые перцы чили. И что они дают, я так и не понял. Какой-то хороший бонус или что? То есть, как бы, смотрите, мы можем накручивать бонус на самых нулях, да, а потом как бы идти наверх в надежде на то, что он вырастет на более высоких уровнях. И как по мне, это прям, ну, тема офигенная. Надо попробовать. Я просто реально не помню, что она дает. X5. Все, не повезло. Давайте попробуем сразу прям увеличить до 900. Может прям, ну, повезет, конечно. Не уверен, но а вдруг? И в этот раз прорастет все как надо. Ну, плиз. Ёшкин ты. Давай, ну уже. Сколько уже можно? 4, давай, 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 ну. Ай. Ну и без солнышка, конечно. X5, плиз. Ёшкин ты. Не хочет бонус вставать. Поднял уже прям до нельзя, так сказать, чтоб только что-то хотя бы выдало. Я, к сожалению, сейчас даже не знаю, что это за бонусы будут, но если это реально как бы ну, мы будем играть на те деньги, которые у нас тут показаны, да, то есть как будет, например, миник, минор, мажор, то это прям топово будет. Да сколько же можно? X5, ну плиз! Вы серьезно? Даже, кстати, я не в курсе, влияет вот этот X5 и тому подобное.
Вообще в ноль опускают. Просто уже нет денег, считайте. Да. Там индец. Если бы я это хотя бы делал адекватно сейчас, сливал деньги, ну, типа, это было бы нормально. Но я просто надеюсь на то, что вырастет этот самый, эта самая игра, я что-то хотя бы дополучу. Но пока ерундистик полнейший. Пытаюсь крутить по 10 спинов, потому что иначе как бы... Ну, не будет все так хорошо. Да, блин. Я не знаю, что сказать. Вот знаете, сейчас как раз-таки бонус на возврат средств понадобился даже очень, потому что вот именно сейчас я уже немножко в тильте. А тут бонус, он бы хоть как-то меня немножко, так скажем, подмотивировал, что ли. Ну, потому что сейчас реально я уже как бы очень немало вкладываю. Да хоть что-нибудь бы выпало. Ой, капец. Давай, плиз. Да ё-моё. Ёшкин ты матрёшкин. Я просто в тильте уже все. Блин, такое хорошее начало, и в конце решил все слить. Типа для того, чтобы просто как бы проверить, что такое вот этот самый перец чили. Перец чили реально острый. Ну, плиз. Пожалуйста, сколько можно? Это типа... Ерунда. Все равно это ерунда. Это плохо. X5, ну, все, это... Короче, даю последние 5 попыток на иксы. Если не получится, вырубаю. 1, 2. Три. Неужели, неужели, неужели? А это что такое? Ничего не понял. Окей. Не понял. Ладно, окей, 3 тогда, наверное. Четыре. Пять. Да. Стой, стой, стой. Я еще повышу, последний раз, потому что, по сути, это все мои деньги уже будут. Крутим до талого, так сказать. Пожалуйста. Ой. Наверное, это и есть вот такой разводняк, типа. Надеешься, что все будет хорошо, все выпадет, а на деле ни черта не падает. Хотя бы солнышко уже выпадет, сколько я кручу. Не, ребят, забейте, меняйте, меняйте столы обязательно. Пожалуйста. Да ёпарасоте. Я повы... Ну, пожалуйста, хоть сейчас. Серьезно. Я уже не верю. Погоди, стоп, а... А вот то, что мне предлагали, это разве не есть? Приготовить вот эту самую тему, которую мне... Или это другая игра какая-то будет? Что-то туплю. Блин, я... Наверное, туплю? Или я несколько раз уже отказался просто от этой самой игры, которая мне предлагалась, нет? Будет прикольно, если так оно и есть. Я уже не окупаюсь, если что. Я в ноль ухожу. Опять. Все, я почти на нуле. Буквально осталось мне 5 раз.
Опа! Да ладно! Серьезно? Я не знаю, зависит что-то от четырех солнышек или нет. Но то, что их четыре, это звучит просто прикольно. Но нет, ерунда. Это полнейший отстой. 600 лямов это мало. Хотим 8 спинов по... так 6 роллов, 5 роллов. 20 спинов, ну давайте как бы. Так. Не верю, не верю, не верю. Говорил же. Распин. Лол. Прикольненько. Тут уже и денежки подоспели. Серьезно? Тут и денежки подоспели. Что происходит, лол? Я так полагаю, будет респин. Да. Еще один? Да. Да-да, типа выпали в одной монетке, в другом нет. Yes, X2! Это вообще прекрасно. Это просто прекрасно. 720 лямов! 720 лямов! Это нас полностью окупает. 5 миллиардов! 5 миллиардов! Офигеть! Оно того стоило, ребята. Оно того стоило. Это, видимо, прокрутка удачи, поэтому нам гарантировано, что это офигенно выпадет. 120 лямов. И еще 720 лямов. Я заканчиваю на этом игру, братцы. Я заканчиваю. Офигеть. Это сколько я... Это я понимаю... Это я реально могу быть банкротом. Мне в конце просто казино все вернуло. Офигеть, 7 миллиардов. Вы понимаете, как мне трудно будет теперь слиться? А почему респинов не было? Шансы же были, типа. Ну, тут будут респины. Да. Будут. Е, X3! X3! Правда, эти ставки сами по себе маленькие. Надеемся на что-то побольше. Солнышко будет респин. 300! 300! 360. Пожалуйста, дай монетку, плиз. Yes! 360 лямов X3, ребята. 1 миллиард просто на месте ровно. Офигеть! Просто! Не могу кричать, все дома, поэтому сорян, братцы. Офигеть! Офигеть! X3. Блин, респин. Давайте, давайте. Пусть мне повезет. Плиз. X3 неплохой коэффициент. Без респинов тут, я полагаю. Нет, солнышко есть. Будет респин, кажется, нет? Нет, не будет. А, так все, что нам выпало, оно нам дается? Так это же тоже офигенно. Без респинов, да. X5. Ох, дайте, пожалуйста, этих чили. Нет, не дадут. Ребята, это шок. Спасибо. Ой. У меня такое, ребята, впервые. У меня такое реально впервые. Это жесть. Я думал, опять сольюсь на ноль и буду отыгрывать ночь целую. Дайте выйти. Дайте выйти. Все, я отдыхать. Офигеть. Спасибо за просмотр. Я, сорян, ребят, я, к сожалению, тут хочу пообщаться немножко. Блин, 8 миллиардов. 8 миллиардов. И тут 7 лямов наша минималочка, потому что мы очень много денег ставили до этого. Левел подняли. Офигеть. Офигеть. Спасибо за просмотр еще раз. Всем пока, всем добра.